Международный конкурс ледяных скульптур «Магаданский хрусталь» пройдет в Магадане с 1 ноября по 22 декабря. Его цель – продвижение и совершенствование ледяного искусства. Участниками конкурса могут стать не только магаданцы, но и представители других регионов и стран. Также попробовать себя могут и дети, и люди старше 18 лет. Тематика конкурса уже известна и озвучена организаторами. В этом году тематика конкурса у нас «Фантазии из льда». И также мы направили приглашение в ближайшие регионы. Я предполагаю, что у нас в этом году, скорее всего, будет ограничение по приезду иностранных каких-то скульпторов. Да? Это связано с ограничением передвижения и закрытием границ со многими государствами. Поэтому мы более ориентированы на наши, даже больше, я скажу, межрегиональные дальневосточных скульпторов. Перед конкурсом участники обязательно должны пройти тест на COVID-19. Для создания скульптур мастерам можно использовать только воду, речной или океанический лед, напоминают организаторы. Заявки на конкурс принимают до 1 ноября 2020 года. Телефон для справок 64 83 56.